Здравствуйте, о погоде на воскресенье, 12 февраля, расскажу вам я, Дарья Белева. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно с небольшим потеплением. Днем до минус 11, ночью до минус 23. Ожидается усиление порывов ветра до 10 метров в секунду. На юге Бурятии солнечно, днем потеплеет до минус 10, а ночью до минус 22. Порывы ветра до 6 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, температура воздуха без изменений. Днем по-прежнему минус 11, ночью минус 22. Порывы ветра до 6 метров в секунду. С вами была Дарья Белева. Всем пока! Улан-Удэ «Стальмост» приглашает на работу токаря, слесаря по сборке металлоконструкций, сварщика, слесаря по обслуживанию вентиляционных систем, слесаря-сантехника, фрезеровщика, сверловщика, наладчика оборудования, машиниста крана, контролера ОТК, инженера. Узнать о вакансиях можно по телефону 505-505 или 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды!